Здравствуйте, дорогие ребята, и вы на канале Оля Рейнбоу, и я продолжаю снимать для вас мастер-классы по плетению из резиночек. Сегодня мы с вами сплетем один из классических браслетов, которые плетутся на рогатки. И как оказалось, этого браслетика у меня еще нет на канале, а имеет он два названия. Первое название — это шестизвенный рыбий хвост, а второе — круговой рыбий хвост. Итак, поехали! Как вы уже увидели, этот браслетик можно сплести как двухцветный, вот он выглядит с одной и с другой стороны одинаково, так и с разных цветов резиночек. И мы его сейчас с вами и сплетем. И для плетения этого браслетика нам понадобится 6 цветных резиночек по 6 и 40 черных резиночек. Начинаем мы с плетения черными резинками. Накидываем одну резиночку на правый столбик и прокручиваем 2 оборотика. Затем накидываем снова черную резиночку на 2 столбика и скидываем нижние вот эти вот 2 резиночки с правого столбика на серединку. Опускаем немножечко резиночки. Затем я уже беру первую резиночку, разноцветную, это у нас резиночка розового цвета, и накидываю на левый столбик. Затем поверх этой резиночки я накидываю на 2 столбика одну черную резиночку. Немножечко опускаем. Беру следующую оранжевую резиночку. Накидываю снова на левый столбик. Поверх накидываю черную резиночку. Сейчас у нас должно оказаться по 3 черных резиночки на левом или на правом столбике. И теперь я скидываю нижнюю резиночку справа и слева столбика на серединку. Вот таким вот образом справа столбика, и отвожу цветные резиночки в сторону, захватываю нижнюю черную и тоже перекидываю на серединку. Опускаю все резинки. Накидываю следующую цветную резиночку, желтенькую, на левый столбик и накидываю черную резиночку. И теперь снова мы скинем нижние резиночки слева и справа столбика. Аккуратненько перекидываю эти резинки на серединку. И немножечко опускаем. Следующая у нас зеленая резиночка. Также накидываем на левый столбик сверху черную резиночку. И скидываем нижнюю черную резиночку слева и справа столбика. Готово. Опустили. Накидываем голубую резиночку на левый столбик и поверх черную резиночку. И скидываем черную резиночку слева и справа столбика. Готово. Затем фиолетовую и черную. Снова скидываем нижние черные резиночки. Итак, мы с вами сейчас имеем 6 резиночек, вот этих вот разноцветных, на левом столбике. Поэтому и называется этот браслет шестизвенный, потому как мы сейчас будем вот эти вот аккуратненько резиночки потихонечку проплетать. И перед тем, как приступать к плетению, накидывание следующей розовой резиночки, мы сначала должны будем аккуратненько захватить вот эту вот розовую, через все протянуть наверх и скинуть. Потом мы берем розовую резиночку, накидываем на левый столбик и затем сверху черную резиночку. Вот сейчас у нас будет продолжаться именно вот такое вот плетение. И скидываем нижнюю черную резиночку слева и справа столбик. Вот я все резиночки отодвинула и аккуратненько перекинула. Затем точно так же у нас идет оранжевая резинка, самая нижняя. Мы ее захватываем, перекидываем через все, накидываем оранжевую резиночку на левый столбик. Так вот она у нас прыгнула. И сверху черную резиночку. И скидываем нижнюю черную резиночку слева и справа столбика. Затем у нас идет желтая резиночка.
переносим наверх. Вот видите, у нас уже браслетик становится более длинный. Мы его туда вот вовнутрь протягиваем. И чтобы он нам не мешал, накидываем желтую и сверху черную. Скидываем нижнюю черную резиночку слева и справа столбика. Немножечко опускаем. Затем у нас зеленая резиночка. Переносим. Накидываем зеленую на левый столбик. Накидываем черную на два столбика. И скидываем черную резиночку слева и вот, подвигаем зеленую справа и слева столбик. Так, теперь после зеленой у нас идет голубая. Накидываем голубую, затем голубую на левый столбик и черную резиночку на два столбика. Скидываем черную резиночку слева и справа столбика. И последняя фиолетовая. Перекидываем ее. Накидываем фиолетовую и черную. И скидываем резиночки. Так, мы сейчас с вами вплели все наши разноцветные резиночки. И продолжаем плетение. Точно по такой же схеме. Посмотрите, какой уже красиво вырисовывается браслет. Такой вот по-настоящему радужный. Мы начинали плетение с розовой резиночки. Вот мне нравится именно плести вот такие вот разноцветные, потому что я могу точно определить, какую мы скидываем следующую резиночку. Вот это у нас должна быть розовая. И накидываем розовую на левый, черную на два столбика. Скидываем нижнюю черную резиночку слева и справа столбика. Затем перекидываем вот эту вот, вытягиваем оранжевую, накидываем оранжевую на левый и черную на два столбика. Снова перекидываем нижнюю резиночку слева и справа столбика. Так, затем мы вытягиваем желтенькую резиночку. Вытянули, накинули. Поверх черной резиночки скидываем раз, два с двух столбиков в нижнюю черную резиночку. Так, затем идет зеленая резиночка. Накинули, перекинули, накинули и сверху черную. Вытягиваем нижнюю резиночку, раз, два и опускаем. Так, голубая есть. Есть. И черная. Перекидываем черные резиночки. Так, голубая и фиолетовая. Накинули. Так, черная. И скинули резиночки. Вот такое вот плетение этого браслетика. Я сейчас за кадром проплету немножечко. Вы можете перемотать на то место, где мы начинали вплетать снова с розовой резиночки. И чуть позже я вам покажу, как его завершить. И вот последнюю я накидываю фиолетовую резиночку поверх черную. У меня довольно быстро получилось доплести этот браслетик. Надеюсь, и у вас все вышло. Перекидываю последнюю черную резиночку слева и справа столбика. И теперь мы будем его понемножечку завершать. И завершаем вот таким вот образом. Мы сейчас по одной резиночке будем скидывать с левого столбика, как мы и скидывали. Вот я сейчас перекинула розовую. И поверх буду накидывать черную резиночку, то есть без уже цветных. И скидываем нижнюю резиночку слева и справа столбика. Затем мне идет резиночка оранжевого цвета. Поверх мы накидываем черную. Скидываем нижнюю резиночку слева и справа столбика. Опустили. Затем я накидываю желтенькую, снова черную, нижнюю резиночку слева и справа столбика. Так, зелененькая, черная, нижнюю резиночку слева и справа столбика.
Осталось доплести 2 цветные резинки. Голубая. Резиночку на 2 столбика. Скидываю нижнюю резиночку слева и справа столбика. И последняя резиночка, это фиолетовая. Перекинули. Скидываем, то есть накидываем черную. Скидываем нижние резиночки слева и справа столбика. И теперь мы уже можем накинуть снова резиночку. И на эту резиночку мы скинем нижние 2 резиночки слева и справа столбика. Берем клипсу застежку, накидываем на резиночки. Снимаем резиночки с рогатки. Так. И соединяем сначала вот эта петля. Я завожу в нее второй конец клипсы. И вот такой вот браслет, очень красивый, невероятно красочный, такой радужный у нас получился. Надеюсь, вы справились с этим видеоуроком, мастер-классом. Надеюсь, у всех все получилось. А сейчас я спешу передать вам приветики. И большая просьба, пишите, пожалуйста, для кого хотели бы услышать приветы, потому что я не всегда могу прочитать название вашего канала и бывает адресую не тому человеку привет. Итак, летят приветики Анжелике Новиковой, Полине Квадковской, Вите Ладушкиной, Ире Беляшек, каналу Котенок Алиса и подруге Диане, Ангелине Мартынова и 8 Б-классу, Насте Сиз, Сергею Савенко и его семье, Эмили и Арине, Анжелине Лужецкой и 7 Г, Анилочке Лайн, Залине Хабиловой, Нэнси Тян Няшка ТВ и подруге Соне Симановой, Елизавете Думе. И последний приветик летит для Диляры Хабибрамановой и всей школе номер 139 в городе Самаре. А на этом я хочу с вами попрощаться. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!